чувствует, как далекое, превращается в близкое, особенно горы, чьи вершины, устав в равной степени от багрянца, зари, лиловости, сумерек, облачные, толчаи, приобретают от зоркости чужестранца, в резкости, если не в четкости. Армия издалека выглядит, как извивающаяся река, чей стоп норовит не отставать от устья, которая тоже все время оглядывается на исток и местность. По мере движения армии на восток, отражаясь, как в русле, из бурого захолустья, преображается временно гордый, бесстрастный задник истории. Шарканье многих ног, ругань, звяканье сбруи, по ножей от клинок, гомон, заросли копий, внезапно дозорный всадник замирает, как вкопанный. Действительность или блажь? Вдали поперек платок, заменив пейзаж, стоят легионы Сулы. Сула, забыв про Мария, привел сюда легионы, чтобы объяснить тому, принадлежит вопреки клейму зимней луны. Каппадокия, остановившись, армия выстраивается для сражения. Каменное плато последний раз выглядит место, где никогда никто не умирал. Дым костра, вам взрывы смеха, пения, леса в капкане. Каменный тридат, лежа на плоском камне, видит во сне неизбежное голое тело.